Она обычная, хорошая кошка, ласковая, социальная, активная. Ей нужно много гладиться, как я вижу. Ей очень нужно много гладиться. Обычная ласковая кошка без клички вместо дома живет в приюте, как и еще 400 кошек и 38 собак. Приют у Бусинка всего 2 года, и чем больше появляется подопечных, тем больше расходов. В день уходит минимум 17 килограмм корма. То есть в наполнителе, проще сказать, мы берем 2,5 тонны в месяц. Мы решили помочь приюту и организовали благотворительную акцию «Помощник Санты». Собранные средства пойдут на закупку корма питомцам. Принять участие в акции можно, купив фирменный стикер. Вот так выглядят наши стикеры акции «Помощник Санты». Их можно приклеить на стаканчик с кофе, можно приклеить вообще туда, куда вам захочется. Стоит он всего 20 рублей. Сумма небольшая, но кошечкам и собачкам приюта «Бусинка» наверняка будет очень приятно, что вы сделали вклад в их жизнь. 3 сети кофеен стали нашими партнерами. Стикеры есть во всех точках компании. Ежедневно в одной кофейне продают больше 20 лапок. Любая уважающая себя более-менее большая компания, даже маленькая, должна принимать участие в таких акциях, потому что это важно. Всего лишь стикером вы уже могли с какой-нибудь маленькой собачки покушать целый день. Надо заботиться о наших меньших братьях, вот, надо всем помогать, потому что все, что вы делаете, любое добро, что вы делаете, оно возвращается. А в одной из сетей «Canadis Coffee» решили продать все наши стикеры и пообещали делать это и после окончания акции. Добавочно они придумали и свою. При покупке американо либо эспрессо любого объема с каждой покупки 5 рублей начисляется благотворительный фонд «Бусинка». Помимо этого, корм для кошек и собак можно приносить в нашу редакцию по адресу Короленко, 51. А еще лучше, если вы не просто накормите питомца, а подарите ему новый дом и добрых хозяев. Полина Жданова, Илья Халяпин, Николай Шилко, «День с толком».